Предприятие по приему металлолома, которое сняли сотрудники природоохраны прокуратуры во время проверки, работает незаконно. Как юрлицо оно зарегистрировано в марте, но лицензию получить не успело. Пакет документов был направлен в Минэкономразвитие. Ответ пока не получен. Однако отсутствие разрешения не помешало начать деятельность. Юридическое лицо фактически осуществляло прием лома на платной основе и осуществляла дальнейшую передачу данного принятого лома на сторонние организации, за что получена соответствующая прибыль, что является нарушением требований федерального законодательства. Природоохранная прокуратура в отношении юрлица в арбитражный суд направила заявление о привлечении к административной ответственности. А вот пункт сбора металлолома, находящийся по соседству, работал с лицензией, но ее требования были нарушены. Не проводилось лабораторного контроля на взрывобезопасность, не проводился контроль на радиационную безопасность принятого лома. Кроме того, на момент проведения проверки на пункте приема лома присутствовали сторонние лица, которые не должны быть на пункте приема лома. Природоохранная прокуратура обратилась в арбитражный суд, и теперь предпринимателю грозит штраф. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».